У нас должна быть программа трехлетняя, так же, как принимать трехлетний бюджет. Но программа должна быть развитие. Первое направление – это дороги и все то, что связано с инфраструктурой. Второе направление – это социальная сфера, школы, садики, ДК, ФАПы, больница и все то, что с этим связано. И третье направление – это благоустройство. Когда в Татищево въезжаешь, сразу на это внимание обращаешь, потому что есть что взять за основу и дальше развивать. Я имею в виду тротуары, газоны, парки, скверы, то есть места отдыха, где человек мог бы выйти из дома, провести время. Вот три таких направления, если мы с вами возьмем, проработаем и поймем, что можно сделать в этом году, что можно сделать на будущий год, что через год. Там, где в бюджете мы с вами сейчас не видим средства, нам надо через обсуждение этих вопросов искать средства, если их нет в районном бюджете, в областном, если их нет в областном, в федеральном. Если мы не можем найти на эти цели средства в федеральном, надо, значит, искать их за счет либо привлеченных, либо иных источников. Так как район во многом сельский, нам надо, наверное, еще одну тему обозначить – это вода. Мы ее не обозначали в предыдущих районах, но было бы хорошо ее тоже определить. Мне пишут тоже сторожевки проблемы. Так или нет? Так. А когда там будет нормальная вода? А? Губернатору задавали вопрос? Знает. Хорошо.